Я всех приветствую, друзья. Мы начинаем второе прохождение, пилотное. И желтые повязки начинают дербанить империю. Вот эти все, смотрите, сколько желтых повязок появляется. Они просто по карте везде, то есть восстание, все восстают против императора. Блин, за императора было бы интересно тоже поиграть. Ну, может быть, как-нибудь в другой раз. Так, что у нас есть? Так, производство продовольствия. Плюс 20%. Смотри, вот это интересно. Область под управлением. Так, торговый. Слушай, а вот этого чувака посажу. Земледелец, он интересный. Коненьк нет, брони никакой нет. Я даже это дам не тебе. Мы дадим сюда это вот так. Так, сыночку мы дадим. Люци. А где меч? Был же меч, по-моему, нет? Вот новый меч появился, да, и топорик. Так, а что бы тебе дать? Что бы тебе дать? 800. Вот это интересный урон в ближнем бою обычный 800, бронебойный урон 600. Вот этот меч тебе дадим. Он у тебя обычный, этот так тебе дадим. Торговое влияние. Мы торгуем с императором, надо на него влиять. На императора. Так, пугающий вид. Боевой дух на своей территории. Тут чего? Урон в ближнем бою для ударной конницы. О, вот это вот интересно. Вот это очень интересно. Так, пока мы ничего, звание никакое не можем давать, да? Ну, в смысле, можем давать, но каждое звание... Стоимость счастья, смотри. У него счастьем все в порядке, так как он наследник. Блин, ну они звания тут дорогие, тут просто из счастья даже поднимать. Смотри, иммунитет как спугу. Тоже интересно. Иммунитет за авторитет, жалование, правда, 200 стоит. У меня пока денег особо лишних нету. Мы такое пока заниматься не будем. Звание никому не дам. Так, здесь все распределили, да, палок никаких нет новых. Отправляемся вот в эту деревню левую, попробуем. Я надеюсь, правую вот эти на меня не пойдут. Выдвигаемся. Пока идем пополняемся. Здесь будет просто битва мощная. Хотя, может и нет. Так, пыл начал появляться, это из-за желтых повязок. Есть какое-то специальное здание, которое этот пыл будет уменьшать. В этом области замечен пыл. Так, 1600. Так, мы будем пока развивать ферму. Но ферма наша все пока что. У нас пока только один город и одна ферма. Такая у нас маленькая провинция. Сейчас мы еще одну деревню захватим. Потом мы пойдем вон туда, на Чанша. Надо будет что-то с пылом. Пыл вот здесь поднимается прям адски. Любую свою империю Бэйхо отныне находится в состоянии... Блин, этот император объявляет всем войну, из-за этого я воюю со всеми, да? Семья отца и Синьяна вы родились далеко от провинции Цзин. Плохо знаете местные обычаи, что нередко бросается в глаза. Советник предлагает вам заключить политический брак с влиятельной в этих краях семьей Цай. Вы все еще оплакиваете смерть жены, но ведь надо позаботиться о детях. Так, согласиться появится какая-то госпожа Цай Любяо. Отказаться от брака. Давайте согласимся на брак, наверное, нам. Хотя ему уже годков-то уже сколько. Начпокает он еще, наследников нам нет, как думаете?
Давайте возьмем, ладно. Брат госпожи Цай. Восстание в области Лян. За бококраинной империи приходят тревожные вести, почуяв возможности варвары из вспомогательных войск, подняли мятеж против ханского власти и грабят окрестностные уезды. Вонючки. Вонючки все грабит и грабит. Империя просто теряет свой крах, смотри. Просто теряет. Их тут становится все больше и больше. Ничего. Смотри, мародеры. Желтых повязок становится больше. Ё-моё, мятежников там сколько. Связаться аутсаут удобно начинать. Смотри, у него так сидит там хорошечно. В уголку. Уповай на мудрость. Невозможно. На марше. Пересекаем реку, короче, и на следующем ходу мы атакуем этот город. У нас тут пыл уменьшается, тут растет. Нехило так у меня город, в котором 232 тысячи человек. Так, поручение. Давай, вот мне надо уменьшить пыл. Распространяться. Эта земля вот здесь полна будет. Жизни со всеми ее трудностями. В общем, воюем с желтыми повязками. Чуть поделать-то. Наша задача защитить императора. Хотя на самого императора похуй. Главное, нам это... Чтоб столицу не взяли. Желтые повязки. Вот что самое главное. То есть... Началась зима у нас тут. Фракция уничтожена. Так. Что у вас по гарнизону? У вас нет гарнизона? Да вам хана. Ёлы-палы. Из-за зимы не могу дойти. Так, второй у нас младший подрос. По уровню. Вот эту штуку дадим, чтобы счастливее он был. Шанс блокировать урон от стрела. Но, по-моему, командиры все одинаково раскачиваются. Кроме, наверное, каких-то легендарных. Хотя тут легендарные герои как-то, по-моему, рождаются с рандомно, мне кажется. Но у нас, в принципе, армия в балансе. У нас есть командир, у нас есть стратег, у нас есть воин, да? Какие еще бывают генералы? Еще какие-то воины, по-моему, там бывают, да? Еще кто-то уничтожен. Так, ну и нападаем. Зима кончила, теперь нормально ходить. Ну, здесь автопилот. Мы их перехитрили. Убираем. Так, вынужденная миграция. Это наша фишка фракции. Население плюс 20. Плюс снижение наем войск. Снижение наем войск. Давай так. Это такая специальная Эвен, как я понимаю, он именно привязан к нашей фракции. Это что такое? Это лесопилка. Лесопилка — это хорошо. Скорость натиска. О, доступны поручения, слышь. Еще поручим. Доход крестьян. Только есть у нас такие. Развивай спокойствие. Сейчас мы порядок. А, подожди. Не моя провинция.
Так, давай ты. Доход с крестьян 50%. Будем как-то денежку поднимать. Ну, здесь можно по суше будет перейти сюда и прийти к ним. Но здесь будет разыгрываться битва, наверное, потому что их много. Так, у нас реформа подкатила. Так, это ведь действует экономику. Доход коммерции. Доступно торговые соглашения плюс один. Это, конечно, хорошо. Стоимость прикрытия выполнения шпионов. Не, подожди. Шпионов пока нам не надо. Доход от коммерции. Вот это нам надо. Надо немножко денег поднять. Конечно, шпион это очень здорово. Здесь очень интересно, это вся фишка придумана. То есть можно послать шпиона в какую-то фракцию, он там может пробиться аж в наследники. Еще у меня было такое, когда я отправлял шпиона, он пробился в генерал. Он был генералом армии, соответственно. Ты видишь эту армию, я дрался с этой армией. И там, когда ты в плен его берешь, он там появляется такой диалог, что типа... Меня не раскрыли, и там можно его либо казнить, как обычно, либо там что-то с ним сделать. Вот это, конечно, прикольно придумано в этой игре, в этой части. Так, доход, производство пищи. Пищу, в принципе, здесь мы производим неплохо. Так, если сюда идти, доход 200. Сюда вправо потом пойдем. Это надо исследовать, да? А, мне нужен чай, чтобы сюда пойти. Тогда развиваем вот эту деревню. Потихоньку отправляемся. Оставайся в покое. В принципе, мне такой, наверное, армии хватит. Она у меня не восстанавливается тут. Здесь потому что припасов нет, да? Летом ищите тень. Отложи действие. А почему он здесь не пополняется? Все деньги на строительство слил. На самом деле надо было в том городе построить, ну, в нашем Любяу, построить этот гарнизон. Нападет ли на меня кто? Ну, как я понимаю, а если я выйду, ну, объявлю войну, точнее, императору, выйду из союза императора, ух ты, ё, сейчас мне так ушатает город. Реально гарнизон нужен был. Я не знаю, просто отобьюсь я таким, нет? А, ну это Эвен случайно. Так, а что у нас, что за жена-то там? Что нам за жену-то дали? Госпожа Цай. Где она? Вот она. Госпожа Цай, дай на себя посмотреть, кто такая. Тоже она командир, смотри, ее можно будет в армию отправить. Можно ее вообще нафиг выкинуть. Можно даже наследника, походу, своего выкинуть. Наследнику уже 24 года, а этому уже 42. Блин, что мне делать? Либо защищать город, бежать. Туды. Давай город защитим. Просто тут эта долбанная речка, которую нужно пересекать. Кстати, у нас шпион появился, но мы пока не можем это самое шпионить. Наконец-то труд крестьян вознагражден. Здесь что у нас? А, несчастный, да и фиг с тобой. На самом деле, зря этих командиров взял, которые желтых повязок, они какие-то несчастливые.
Сейчас мы... Я вот не пойму, оттуда он будет нападать или нет. У меня просто очень плохой гарнизон в моем городе. Да, он взял в осаду, так я и знал. Сейчас мы подойдем спасать. Хуан из Дзисян, вам удалось заручиться поддержкой многих из оставленных семей Цзин, в том числе одного из членов могущественного рода Хуан. Его помощь объединения вам немалую сумму. Хуана какого-то, Хуан Цу. В мою сторону переходит. Какой-то герой мне дали, да? Ну-ка, давай посмотрим на дворе. Вот он, Хуан Цу, да, в натуре. Мастер засад. Вот он, воин зеленый. Вот еще какие-то есть красные. Красные, я так понимаю, по конице, а зеленые тогда специалисты по кому. Посмотрим, что у него тут. А, это копейщики, наверное, зеленые. Мастера по копейщикам, да? В атаку! Черт, я не успею, наверное, да? Расставляйте войска! Вперед и вперед! Главное, чтобы он сейчас не напал. Да, эти желтые повязки по всей карте, короче, сейчас вообще просто расплодятся, как тараканы. Мне нужно усилить эту провинцию. А я, блядь, сейчас ушел бы туда захватывать, да? Но он мою деревню может повырубать легко, если эти желтые повязки начнут спамниться вокруг моих деревень. Тварь, напал. Нас, конечно, больше. Шанс 18%. Это того чувака, которого я тогда не казнил. А отпустил. Мы будем биться, защищать свой город. Я немножко не успел к городу, основной армии. Ну, печально будет. Ну, конечно, я его отобью, но я не хотел. Я просто денег уже вложил в стройку. Не хотелось бы его потерять. Вот в чем дело. Так. Какой у нас город, смотри. День там. Сюда нападает. У них есть таран. Либо они пойдут сюда, либо они пойдут сюда. Ждите сигнала. Стоим пока, контролим их тут. Конница вот у нее есть. Что, есть лучники? Будет сделано. Вот так поставим. Потом мы их со стены, конечно, уберем. Сюда лукарей. Приготовиться! И сюда лукарей. Так, есть у нас баррикады, но чтобы ставить баррикады там, стены и все такое, нам надо это... изучить в исследовании, чтобы это все делать. Вообще, есть у нас баррикады, как бы, вот такие вот, типа, а еще, если изучаешь, еще дополнительно их можно расставлять. Так, все пое... А, это не таран? Так, у нас проблема, Хьюстон, я думал, это таран. Ладно, если что, у нас есть конница. Вот удар будет только с правой стороны, да? Так, башни. Как ей стрелять-то? Я управлять, что ли? Башню управлять нельзя. Куда эти побежали? Значит, какие-то ворота открыты. Нет. Куда они побежали? Внимание! Соберитесь с духом! Начинаем их обстреливать. Идут, идут пацаны. Прикольно, прям видно, как рикошетят стрелы от этого
с одного оружия. Круто выглядит, конечно. Блин, сейчас моих лучников это... Чпок-чпок. Надо убежать со стены. Так, лучников сюда. Мне нужно... На стены полезли. А куда его лошади побежали? Я не понял. Куда он бежит? Взял, рванул куда-то. Конечно, он может с лошадей слезть и типа пойти на штурм, на стены полезть. Обстрел. Так, ну пока обстрел мне нравится, прям хорошечно мы их обстреливаем. Все, они полезли. А у меня тут никого нет. Так, вот этих пацанов ведем сюда. Так, этих уже тоже пацанов надо со стен убирать. Обстреливайте их, не давайте им вылезти оттуда. Так, успели мои копейщики? Есть, все. Закрываем им проход. Они поднимаются на стены. Да, и пошли не в жопу. Подожди, копейщики же, по-моему. Держите их, копейщики. Лучники, делайте свою работу. Ну, сейчас башню перезахватим. Я что-то не понял, что... Ах ты хитрый вонючка, ты с лошадей слазишь? Понятно, что он делал. Я так и думал, сзади залезет. Центр города где мой? Бежать ему далеко. Ладно, сосредоточимся тут, а потом валим в центр города. Вражеские солдаты удирают. Приготовиться. Давайте их в клетку закрывать. Ой, махач, махач. Там уже кто-то лежит, отдыхает. Чардж. Так, лучников заканчиваю стрелы. Смотрите, неприятель показал спину. Они уже измотаны, пока это все оббегали. Отлично. Давайте, несите их, чтобы они... Бегали, добивать. Стоило того желтые повязки так выставать, чем вам не нравился император. Ведь следующие императоры тоже долго жить не будут. Но это, по-моему, самое... Этих надо заблокировать. Это самая, по-моему, династия, которая больше всего правила в Китае. Где мои кони? Так, коней сюда. По-моему, это самая большая династия, ну, по времени, по крайней мере, правила Китая. Так, вот город мне поджигать тут не надо. Так, а он, ну, что-то я не понял, как... А, он типа перелез, открыл ворота, коней забрал ты. Слышь, какой хитрый. А где твой... Где ты сам есть? А вот он ты. Так, вот это печальная печаль, пацаны. Это, пацаны, печальная печаль. Я не рассчитывал, что он так быстро пойдет. Надо чаржить вот этих пацанов. А вы тогда... Надо бежать. Успеем мы перехватить? Подожди. Копейщики. Так, а вы тоже типа копейщики? Здесь стрелы кончились уже. Надо догонять, бежать этих самых. Тут еще чуть-чуть стрел есть. Так, вы их добиваете этих.
кони мои, кони где? Это он мне стены перезахватывает? А как? Кем? Но он не уйдет, он даже войдет в центр города, я его там разобью. Надеюсь, я успею, конечно, типа, по времени. Я не знаю, как просто в этой части они должны взять. Конечно, по моему духу... А, да, значит, сколько мне дадут с очков, и он не успеет. Он измотан, он еле бежит, он... Че у меня... Где мои лучники вообще? Просто ничего не успеть. Главное, чтобы мои армии просто все они там оказались. Наш город. О, это смотри. А я этого не видел. Тут даже население есть. Так, приготовятся все сюда лучники. Ну это зря он на меня напал, конечно. Ждите приказа! Сюда. Приготовиться! Успех ждет нас! Сюда. Все, он захватывает центр города. Лучники уже лучники, на местах почти. Слушай приказ! Вот так вот встать. Лучники уже измотаны. Так, этих добили, эти бегут. Здесь же на меня на стену кто не пойдет. Правильно? Правильно. Значит, идем тоже помогать. Так, копьеносцы, держите коней. Ну, кони, ну кони на копьеносцев это... А, они же... Не, вот эти на конях, а вот эти пешком, да? Да, хорош жечь мне город. Где там подмога? Быстро! Город скоро падет. Не гоните, не пойдет он. Бегут вы лошадьми, а вы к генералу. Но у меня еще есть пак. Лошадей, которые еще не участвовали в битвах. Так, сблокировать им здесь. Город захвачен. В смысле, он выиграл? Очки где? Алло. В смысле? Тут захватило все? А где очки? А. Он не успел? Должны бы же быть очки. Он убежал, короче. Потому что вся его армия разбежалась. Вообще должны очки быть, как бы, когда центр города берешь. Вообще, как в других частях. Морально это опускает тех, кто защищается. Боевой дух портит. И должны были быть очки. Наверное, в этой части также. Просто он убежал из-за того, что его армия убежала. Так, но в этот раз я его захвачу, я его кокну. Отпустите их. Не, а. Сейчас я его буду в плен пробовать брать. Началась зима. Любя с ними заключить союз. С Ван Жуем. Так, зимой-то я его достану. А я его зимой не достаю, смотри. Ага. Или достаю, не достаю. Ну и все, и хана ему. Тщательное планирование — залог победы. Мы не варвары. Слушай, я денег поимел два раза, с него неплохо так. Ради великого плана. Расставляйте войска. Зимой просто армии адско. Мало ходит, просто адско. Так, а вот здесь куда идти? Здесь надо на продовольствие. Что больше дает продовольствие? Вот сюда. А, вот сюда надо будет идти. Так, хоп-хоп-хоп. Это как экономическая постройка. Тоже такая экономическая постройка.
мне надо сюда. Продовольствие. Потом будет адско не хватать продовольствия. Так, 4 уровня город. Блин, его надо повышать. Да, следующего на 4000 накопить, ячейку добавить и гарнизон. Опа, так ты мне враг или нет? Суньзянь. Или ты идешь воевать с желтыми повязками? Ты, наверное, с желтыми повязками идешь воевать. Но он идет. Ты еще и плывет. Или идешь помогать императору. На императора тут тоже так интересно вообще плавают, так смотри. Вот они, императорские гвардейцы. 68 этого самого боевого духа. Что, баф у них, что ли, какой-то есть? Императорское сплочение. Еще боевой дух сверху накинуть, может, смотри. Блин, ну вот это императорские гвардейцы, вообще, ребята. Императорские конница. Что, блин, императорские... Императорский перевратник. Императорский... Ух ты, нифига, пробиваемость 48. Вообще, ребята, молодцы, да? Так, что качнуть? Скорость натиска. Так, о ближнем бою. Поддержка фракции. Да, тут хрен этот город императорский возьмешь. Ну, по крайней мере, в начале игры. Даже если 3 стека бомжей наделать. Бомжи от гвардии убегут. Там стянуть щитов поставить, там, наверное, лучники не пробьют. Я не знаю, арбалетчики пробивают, интересно мне стянуть щитов своими бронебойными арбалетами. Так, куда шел Сузянь? Понятно, куда он шел. Ладно, он ушел. Самое главное, что он ушел. И вот теперь я отправлюсь сюда вниз. Подожди, а как он здесь появился? Здесь у меня с этой плохо, как ее сказать, желтыми повязками, с этим пылом. У меня вопрос, почему я здесь не восстанавливаюсь? Ага, вот почему. Так, ну ёлы-палы, чем же мы так долго восстанавливаемся-то, а? Ладно, мы пока будем по дороге сюда идти. Мы... Главное, форсаж на марше не пойти. Так, рост населения... Так, стоимость наема армии. Доход крестьян, дополнительно еще и управляющий. Вот это интересно. Так, так. Кого теперь? Управляющий. Так, назначим. Блин, я бы сыночка туда назначил. А где это? Вот она. Эту жену назначим, короче, туда. Кстати, интересно, когда мы ставим управляющего данной провинции, то если на этот город нападают, то этот управляющий будет защищать этот город вместе с гарнизоном. И если он сольется, он сольется. Прикиньте, как продумано в этой игре. По-моему, в Риме такая хрень была, на самом деле, я уже не помню. Или нет? Нет, там, по-моему, не так. Там он не защищал город, который он управляет, провинции. Даже, по-моему, в Британии такого не было. Короче, жену отправили защищать Любяо, Нань. Будет защищать Нань своей жизнью. Мне вот интересно, он начпокает новых наследников еще. Надо им по жене раздать, как бы, чтобы они еще начпокали еще, а то они еще сдохнут. Это вообще печаль, беда, да? Мягкая волна точит камень. Так, дополнительный опыт для всех отрядов за сезон. Вся фракция. Давай вот это возьмем. Так, жена, женушка. Да не умеет, чтобы она счастливая была. В смысле, минус 9 компетенции, не такое.
Броника не дадим, броника нового нету. Так, здесь еще у нас, ага. Госпожа Цай. Так, двигаем, двигаем, двигаем. Только вперед, да. Что там по строительству? Он еще вниз. Надо вот это исследовать. А, чай надо получить. Иди, что взять. Так, а что у нас по дипломатии? Давай посмотрим. Мне надо с кем-то заключить торговый союз. С кем больше денег можно замутить? 390. С империей Хань, давай. Добро пожаловать. Слушай, а если я с тебя денег потребую? Ты же не против будешь, правильно? Вообще не против, просто красавчик. Сейчас еще и денег с этого поимею. 2000, слушай, значит, неплохо. Договорились. Так, искать содействие, что значит? А, это типа стать вассалом. Естественно, никто пока не согласится стать вассалом. Подожди, я же сейчас, по-моему, с кем-то начал торговать. У него чая разве не было? Вроде я могу там эту постройку теперь строить. Ну, тут очень интересно, у разных фракций сделано. Допустим, кому-то чай нужен, чтобы постройку, кому-то деньги, кому-то особую хрень, которая в исследовательской реформе. Ханьсуй, так. Чай мы все-таки не нашли. Чай, ладно. Ладно, вот это не чай, это торговый порт. Ну, слушай, денег мне принесет. Что? Сюда можно только так пройти? О, ёлки-палки, смотри. Желтые повязки. О, город. Я же хотел грейдануть город. Подожди, у меня жрачки 8. Уменьшит на сколько? На 6. Строим новый город, а потом даст мне чип. Ну а здесь строим гарнизон и, соответственно, доход тут немножко. По-моему, вот это... Блин, лесопилки какие-то странные. Не очень выгодные. Короче, везде эти желтые повязки начинают появляться. Я понял, я просто играл за Сунь-Дзи, или как там его. И, походу, эту лянь взяли, императора атаковали, и он проиграл. И я проиграл, соответственно. А я думал, почему я тогда проиграл? Так, неподвластная старость. Оказавшись на временной площади, вы видите несколько грубых миш в толпе крестьян. Тренируйся в стрельбе из луков, лучники окружают дети, шумно на сайфа. Искусство стрельбы крестьян обучает высокий миловидный мужчина. Вы считаете, спрашиваете у прохожего, кто он. Это Хуан Джун, великий воин, отвечает ваш собеседник. Он учит нас защищаться от разбойников и сразу же предлагает воину службу, он готовится, соглашается. Хуан Джун на сторону Лю Бяо. У меня какой-то Хуан Джун появился. Какой-то легендарный придворный страж. Слушай, а я нанял стража. А можно чего мне... желаете, владыка? Желаю. Желаю, чтобы ты свинтила. Так. Где этот? Ой, дешево так, смотри, Хуан Джун. Еще он нас поддерживает, смотри. Счастье у него огонь. Счастливый.
Правда, лет ему 54. Войны, вот так. Так, а прокачку у него? Давай на него сразу. Вот это счастье дадим ему. Лошади нет. Такой ему смысл не давать. Звание денег нет. Ну а чё, Хуанжун, да? Так, а ты... На всякий случай дуй в город. Будешь его защищать. Ну, так вот. Даже можно будет распустить ту армию. Пока что. Чтобы денег она не жала. Так, желтые повязки, смотрю, здесь вон, смотри, они город захватили. Мудрость направляет. Подаем. В атаку! За дело! Да! Мы их перехитрили. Убираем деньги, забираем деревню. Но одя на порядок, недавно занятым в городе, ваш чиновник становится жертвой нападения со стороны одного из мест, который оказался опытным бойцом. Но и ваш человек был мне лыком шит. В прошлом он много лет служил в армии, схватка закончилась поражением. Смотри, желтые повязки прям вообще, смотри, повстанцы прям не хотят прям, чтобы... Лю Хун был императором. Прям вообще ни в какую не хотят. Ну ничего. Мой прицел точка. На марше. Приготовьте мои покои. Приготовьте мои покои. Сиди там пока. А, вот тебя вообще, в принципе, можно распустить. Как это сделать? На марше, наверное, нельзя распускать. Еще вторую армию младшего сына можно заделать, и пусть тоже ходит, набрать ему трех генералов. Ну это на будущее сейчас, пока бабла на это нету. Так, это торговый порт. Торговый порт. Он как-то денег не очень много приносит. Тут 220. Нужно специи. Ладно. Так. Восстановимся, да? А, он отбил свой город. Я уже думал вот этот город забирать, потому что это туда-сюда. Вот этот, смотри, что такое. Чайный домик. Кстати, чай. Мне нужен чай для проапгрейживания. Так. Здесь еще есть мародеры. Здесь вообще уже желтые повязки восстали. У меня вот здесь 17. Я так понимаю, если оно до 100 дойдет, то будет восстание желтых повязок. Вот здесь 32. Как с ним бороться? Ну, в городах я понимаю, как с ним бороться. Я не понимаю, как с ним пока... Ну, в смысле, через поручение, но... Типа, у меня поручение всего 2. Деревник-то я не могу строить эти специальные здания. Так, о, смотри, кто такие. Конница с саблями. Нафиг. А что дает еще только это? Давай еще одно торговое соглашение откроем. Торговать. С кем выгодней? Вот с тобой. С тобой что? Будем. Давай так. Поговорим. Ну давай, еще мне надо денег. В смысле, не я выплачу, ты мне выплатишь. А, ну все правильно.
Давай ты мне еще баблоса отвалишь. А почему нету сразу много? Вот так вот, еще монет с него. Отлично, три торговых соглашения есть. Пакт о ненападении. Смысл есть заключать в этом? Это бандиты. С ними смысл заключать. Так, есть, да? Еще деревушка. А если я туда армию засуну? Что ну? Еще опасно тем, что если у соседа тоже это рвение подымется, пыл этот боевой, там у него случится восстание, и все, и пипец. Мы стали аристократом. Следующее. Второй маркиз. Шпион, по-моему, доступен теперь, нет? Да, недоступен. Печаль, беда. Так, идем нападать. На кого будем? Можно, конечно, пойти сюда, но это далеко. Прям еще пипец далеко. Ко мне он на желтой повязке плыл, походу. Или они на Ванчжу нападают. Походу нападут на Ванчжу, и там первого уровня город. Ну все понятно. Там надо две армии будет смотри, вот чуть сверху есть. А здесь прям Хэй, это легендарные желтые повязки генерал. Надо будет, блин, он сверху меня прям. Получается, ой-ой-ой. Императорский дворец окружают. Либо уйти потом влево, да? Бежим, короче. Блин, а здесь желтые повязки. Они его штурмуют, что ли? Подожди, они его в осаду взяли. Здесь тоже непонятно. Блин. Что будет происходить? Так, ну я думаю, здесь, наверное, гарнизон, что ли, воткнуть теперь. По порядку все, алрайт. Жрачку производим, хотя 4 ее осталось. Давайте гарнизон все-таки, я думаю. Возвращаться в этот город просто быть не очень хочется. Здесь. Как я могу служить? Ты еще послужишь, ты еще успеешь послужить. Счастье у тебя что? Чего у тебя счастья нет? Он фиг с тобой. Сейчас посмотрим, если внизу город отобьют, пойдем заберем город, это два города станет. Хитро я придумал, да? Сейчас надо будет посмотреть, надо посмотреть постройку, которая уменьшает это вот. Рвение, смотрю, там уже 12, там 8, там вообще 22. Ух ты, ее армия-то большая там внизу, ядрен мать. Че, он взял город, значит идем вниз. Жанбал с своими союзниками отныне находится в состоянии войны с Кунжуном. Кунжун, что-то знакомое имя. Блин, у меня армия не восстановилась. Но он вообще весь разбит после войны. Подходим и атакуем. За один ход же он не восстановит все прям полностью армию, наверное. У желтых повязок есть вот такие чуваки. Вот этот сверху чувак. Вот этот Хэй. Он целитель. Он очень восстанавливает свои армии очень быстро. Прям нереально быстро. Так, что борется с Орвением? Давайте смотреть. Какой дом у нас... Уж храмы.
Вот, да, пыл. Храм. Из здания администратора. Смотри, императорский дворец. Короче, желтое. Все вроде, да? А, не, вот, военное это здание тоже с пылом борется. Вот мы его и будем строить. Да, его мы и будем строить. Плохо, что в деревнях вот в таких нельзя как бы строить. Против пыла. Тут, походу, только через поручение. Но это тупо. Это получается, у меня каждая деревня может вспыхнуть желтые повязки. Сейчас будет битва, пацаны. Но я думаю, здесь даже не будет битвы. Здесь разбитый гарнизон. Здесь разбитая армия желтых повязок. Хотя хрен его знает. Количество не возьмут. Наследник Ван Жуй поменялся. Так, объединение провинции Цзинь, ваши усилия не остались замечены императорской властью. Союзники и друзья, которых уже немало, постоянно приносили вас, и наша добрая репутация неуклонно росла. Теперь, когда старый префект Ван Жуй скончался, место губернатора Цзинь стало вакантным, и власть империи предлагает его вам. Не понял, что он мне предлагает? А, Любяо Джианзу образует... А кто такой Сю... Сюхую? А, вот этот город, который осаждают, да? Ну, а сколько у тебя городов, как узнать, посмотреть? Угу. Давай, да, я согласен, конфедерацию, твоя конечно. Любяо образует конфедерацию, окей. Только я еще город просру. Вы в курсе, да? Держу в курсе, я город просру. Но я не просру деревню. Вот где-то деревня. Вот деревня. Набираем армию, короче. Мы пойдем отбивать этот город. Так, общественный порядок. Доход, коммерс, шелк, область. Вот это надо. Так, мне нужно... Тут армию чпокнуть. Блин, надо у меня денег нет нанимать. Лица. Подожди, стоп. Это же вообще деревня-деревня. А, ну тут неплохой гарнизон. Не знаю, посмотрим. Может отобьемся. Его там типа по количеству солдат не восстановлена армия. Может быть получится отбиться. О, поле обзора. О, содержание построек минус. Вот это мне понравилось. Поле обзора. Ну чё? Бьем его. Вообще изи, он весь разбит. Им не хватило цельной стратегии. Берем деньги. Отпустите их. Они нам ни к чему. Да ё, а он город занял. Обуздай порывы. Мне камеру что ли повернули? Я теперь потерялся. Вот так вот, да. Ну, этой армии можно двигаться тогда вот в эту чайный домик тут. Блин, я думал этот Чаншу заберу, не успел, надо было... Он вышел из города, зачем что вышел? Расставляйте войска, выдвигаемся. Бежим тогда, да. Ух ты, ёлы-палы, вот это я могу сейчас попасть. Тут я... О, тут и катапульты есть. Пехота с саблями. Целая куча конницы. А у меня копейщиков-то нет. Вообще копейщиков нет. У меня, в принципе, кони на конях.
Я могу встрять. Давайте скорость бега армии возьмем. Ну что, я предлагаю на этом серии закончить. Здесь, конечно, мы встрянем, скорее всего. Ну и здесь, где там этот законфедератель, с которым... Вот этот город у меня могут... Это не город, точнее, это портовый. Это лагерь сборщиков бамбука. Вообще бамбук здесь собирают. Здесь мы можем очень серьезно встрять. А, нет, это город, город. Это город... которого я не вижу, какой гарнизон. А здесь вообще гарнизона нет. Зашибись, что у него за город такой, у которого гарнизона не было? Получается, весь гарнизон просто вышел погулять. Главное, смотрите, у деревни есть гарнизон, а у этого города нет. Но это минус город, 100%. Зато деревня, если что, отобьется. Ну, придумаем что-нибудь, что будем делать. Может, возможно, вторую армию будем сейчас будем собирать, наверное. И идти отбивать город. На этом все. Увидимся в следующей серии.